Йоу, здравствуйте, дорогие друзья, это снова канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA 4. Да, я вот, кстати, забыл о том, что я забросил что-то летсплей GTA 3, я что-то забил уже на нее совсем. Давно ее не снимал, GTA 3, надо бы это дело восстанавливать. Так что в ближайшее время, я думаю, мы продолжим прохождение GTA 4. Но GTA 3, господи. Но сейчас нам надо к Роману приехать. Опа. Интересный фургончик стоит. Может, мне его взять? Я возьму такой же фургон, только не с таким вот рисунком сбоку. Каких рисунков мне нафиг не нужно. И я хочу такую машину красного цвета. Фандом Вики, я, кстати, узнал, что вот Мишель, с которой сейчас встречается Нико, любит все красивые машины, кроме фургонов, да, патрульных. А вот я обожаю фургоны. Да, универсалы люблю, в принципе. Малыш Джейкоб. Да, Нико, я жрать хочу. Пойдем перехватим чего-нибудь. Извини, я занят. Извини, малыш Джейкоб, я только что наелся хот-догов. Ну, в принципе, вот это вот провождение времени с друзьями на сюжете повлияет. Да-да, просто приезжай туда. Будь они прокляты. Привет, Роман. Что это за любитель стероидов? Брюси, ты знаком с моим двоюродным братом? Нико, это Брюси. Мы нашли друг друга в интернете. На сайте знакомств, что ли? Нет. В темных уголках. Пятого темной делишки. Мы оба игроки, мой друг. Игроки, элиты, без дураков, классные. Игроки. Да еще и сексуальные. Именно такие женщины мне нравятся. И вообще я над этим работаю. Точно. Брюси мечтатель. Он разделяет мое видение жизни. О, значит, он идиот? Ха. Иди в задницу. Слушай, чувак. Ты должен попробовать. Будто я никогда этого не делал. У меня времени пока не было. Ну, технофоб, ты. Мы должны вытащить тебя в интернет. Это же целый мир возможностей. Например. Да всяких разных. Вчера я нашел в сети блог женщин, которые не любят бриться. А ведь это дорогого стоит. Слушай, я обещал с Брюси потусоваться. Может, ты с этим сам разберешься? Проезжай в интернет-кафе и зарегистрируйся. Там тебя ждет симпатичная девушка. Мне надоело. Наши родственники могут тебе слать новости. Пора уже упражняться уже. Ну ладно. Как в нем пару сволочей. Пошли. Да, он крутой. Да я знаю, как пользоваться интернетом. Я не тупой. Поезжайте в интернет-кафе. Ой, ливень что-то пошел. Мигающий значок. На радаре обозначает интернет-кафе выглядит вот так. Собака вот это вот на радаре. Знак собаки. Обозначает интернет. Ой, интернет-собака. Ну, вы поняли, короче. Поговорите с администратором. Привет, меня зовут Ника. Мой двоюродный брат сказал мне прийти сюда. Роман? Он звонил насчет тебя. Он такой забавный, я уже подготовила для тебя компьютер. Это несложно, просто следуй инструкциям и все. Отпользуйтесь одним из компьютеров. Давайте воспользуемся. Да, в те годы не у каждого был интернет дома. В 2008 году не у каждого был компьютер с интернетом.
Да, можно по сайтам знакомств обойтись. Найти любовь сейчас. Нет уж. А что тут можно делать? Можно провести любовь, встречи мужиков. Это можно познакомиться или стать геем. Нет уж, нам таких не надо. Можно свой телефон прошить, вакансии найти, машину, наверное, купить. Авто. Здесь можно какие-нибудь машины крутые найти? Да, тут такие вот тачки искать можно. Они дорого очень стоят, уж лучше их. У них у всех, они все огромнейших денег стоят. Лучше красть машины. Проверить почту. Добро пожаловать. Да. Учетная запись активирована. А что я должен сделать-то, блин? Все. Просто посмотрел, чё кого. Едем к Паусин. Я завел себе электронный почтовый ящик, Роман. Теперь можешь окончательно попал в сети Либерти. Отлично. Ты видел девушку, кто там работает? У нее ничего. Она тут ничего, да? Да не, я бы так не сказал. Мне она красивой не показалась совершенно. Не понравилась мне она. Может, она тебе понравилась, конечно, но мне нет. Ну, мне, может быть, не никому, мне. Мэлори гораздо красивее. И Роман, конечно, с этим согласится. Опять Роман. Моего друга Брюси есть нам деловое предложение. Он заплатит мне за то, что накачаю его стероидами и буду восхищаться его бицепсами. Не, он с этим сам справится. Брюс у нас обидный качок. Он будет присылать тебе письма с описанием машин, которые нужны, а ты будешь их доставлять. Да ладно тебе, я же вас свел, чужак. Чувак, я менеджер, проверь свою почту. Скоро встретимся, окей? Разберемся. Сначала я... Снова поеду к русским, к русской мафии, возьму задание. Я сказал эти... Я не понимаю, в чем здесь проблема, а я тебе скажу... Эй, встань! Почему ты опять себя так ведешь? Сколько мне раз говорить? Присматривай за чертовой девчонкой. Господи, господи, чертова девчонка, ты дождалась от вида. Ты ужасный человек, ты сувенирная старая ведьма. Увидимся в аду. Как-нибудь я распуну тебя. Нико Беллик. Да, отличное имя, отличное. Где Дмитрий? Он занят. Он сказал, что ему нужно что-то сделать. Что-то? Я сейчас тебе расскажу. Мы с этим парнем в армии вместе служили. В тюрьме срок мотали. Мы с ним как братья. А теперь он просто говорит кое-что. Всегда кое-что. Кое-что. Да, выпить хочешь? Не, спасибо, я не пью. Ну, а я выпью. Вы в порядке? Что? Мистер Фаустин? Не. Я чертовски зол. Жаль, если так. Так я тебя кое-чем спрошу. Ты ее знаешь? Нет. Хорошо. Потому что если бы ты ее знал, я бы тебя убил. Почему? Она моя дочь, неблагодарная, господи. Я привез ее сюда, избаловал до невозможности. Дал хорошее образование. Посмотри на это, посмотри. Посмотри на все, что я ей дал.
Да, ей очень повезло, что у нее такой любящий отец и крутой дом. Вот именно. Я опять экран включит. И все из-за тебя, ты дурая башка. Но я не допущу, чтобы моя дочь стала кем попала. Нико, она на Firefly Island. Отправляйся туда. Если она встретится с своим дружком, с сраным байкером, убей этого байкера. Найди не Дмитрия. Пусть позвонит мне. Иди, иди. Да. Неприятности у него на семейном фронте. У Михаила Фаустина. С ума начинает сходить помаленьку. Ой, что-то фара разбита одна на фургоне, по-моему. Вот это на микроавтобус какой-то уже похоже. Возьму-ка я его, наверное. Микроавтобус прям какой-то уже, ну... Так себе машинка, мне нравится. Но двери, конечно, не такие, как у фургона, но... Это все-таки не фургон, это скорее микроавтобус. Тут некоторые люди по-русски говорят. Прохожие всякие. Приехали, кажется. Что я теперь собственность пропала? Да, хотела быть собственной. Пришлось делиться со мной, со всеми. А я хочу, чтобы ты была только моей. Отвали от дочери господина Фаустина. Пошел ты, тут тебе не Россия, мы не коммунисты. Передай отцу, что могу встречаться с кем захочу. Я прихвачу братков, мы наделаем тебе задницу. Посмотрим. Посмотрим, как ты мне ее надерешь. Со мной связываться не стоит. Сядьте на мотоцикл. А ну-ка вставай быстрее, а то он скроется сейчас. Я ненавижу своего отца. Надо убить байкера, только он слишком далеко. Он достаточно далеко уже от меня, а хотя я его вижу. Да, я знаю, как стрелять на ходу, не надо мне это все говорить. Какой-то быстрый он. Я что-то его догнать не могу. У него бронезащита, походу. Ой-ой-ой, держись. Ай, проклятие. Вставай скорее. Едем дальше. Мы его не должны упустить. Опа! Сейчас мы его самого отдерем. Посмотрим сейчас. Не надо со мной со мной, чуваки, не стоит связываться.
Один готов. Не стоило со мной связываться. Я опасен, как никогда. I've killed the biker. I don't know how happy your daughter will be. I don't care about her happiness. I care about discipline and loyalty. Thank you, Nico. Где Фаустин? Мы дальше едем туда. Что-то я не туда еду, мне кажется. Тихо, осторожней. Hello. Привет. Привет. Is Mikhail home? Михаил дома? No, нет, он вышел. Okay. Ладно. Should I wait outside? Мне подождать снаружи? No, да не, заходи. Oh, thank you. Спасибо. You're welcome. Всегда пожалуйста. Присаживайся. Thank you. Спасибо. You want some tea? Хочешь чаю? Sure. Конечно. Михаил doesn't let me use this больше не разрешает мне им пользоваться. Говорит, это делает нас похожими на дикарей, нецивилизованными. Oh, yeah? Вроде иммигрантов. Правда? Я знаю, о чем it's ты подумал. Довольно забавно слышать это от него. Он всегда, не всегда был таким, молодости на родине. Он был очаровашкой. Он был счастлив и делал счастливой меня. Но потом что-то изменилось несколько лет назад. Я так и не поняла, что случилось. Я долгие годы думала над этим, может, я была слепа и не замечала в нем этого раньше. Или же я сама его изменила. Жизнь сложная штука. Я никогда не думал, что моя жизнь станет такой. Нет?
Когда попал на войну, я делал ужасные вещи. Пройдя через нее, я стал к этому проще относиться. Я убивал людей, занимался тайной перевозкой, торговлей. И ты не беспокоишься о своей душе? Когда входишь в деревню и видишь 50 детей, аккуратно усаженных в рядок перед стеной церкви, и у каждого из них перерезано горло и отрублены руки, ты понимаешь, что у твари, которая это сделана, души нет. Бог очень непрост, ты никогда не должен отчаиваться. Ну, не знаю, не уверен. Привет, Лена. Привет, Тима. Что это такое? Я говорю тебе одно дело, ты делаешь все по-своему, безмозглая стрела. Нико Беллик, малыш. Рад тебя видеть. Да, я тебя тоже. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты научил людей слушаться меня. Ты хочешь, чтобы он принес нам деньги? Да хрен с деньгами. Михаил, пожалуйста, успокойся. У нас без него куча проблем. Не уверен, что мне удастся. Да пошел он! Ты вслед за ним. Иди отсюда из моего дома вообще. Так чего же ты хочешь? Козел, который мне должен был денег, владеет гаражом в Chase Point. Я хочу, чтобы ты взял грузовик и отогнал его туда. Позвони мне, когда доберешься до грузовика. Он в Шотлере. На Монтаук-авеню. Иди. Убирайся отсюда. С глаз моих. У него точно неприятности на семейном фронте. Жестоко это было, конечно, но выглядит прикольно. GTA 4. И в GTA 5, кстати, тоже. Вот эта вот красная тачка на Мерседес похожа. На какую-то модель Мерседеса. А, вот! Вот у меня игрушка даже от него есть. На этот Мерседес похоже. Господи. Господи, господи, тихо, тихо, тихо. Куда там ехать-то? Сядьте в грузовик. А, я, кстати, помню эту миссию. Когда проходил GTA 4 за кадром, помню, что я сюда приехал на белом фургоне. Мистер Фаустин, я нашел грузовик. Пригони его в гараж на углу Тамина и Виднил. Оставь его внутри. Нет проблем. А что за груз я вижу? Когда машина будет внутри, активируешь взрывчатку. Рвануть должно. Будь здоров. Кстати, по дороге будь поаккуратнее. Непредсказуемая эта штука. Взрывчатка? Какого хрена? О, зато вот, кстати, взрыв будет очень красивый, я вам это гарантирую. Грузовик едет медленно. Поэтому пока мы будем ехать, мы прервемся на рекламу. Рекламная пауза. Уважаемые зрители, я хотел бы обратить ваше внимание на канал Денис Мейджор. Автор канала Денис Русаков выпускает видеообзоры по разным играм. Также, кроме того, об игровых консолях. А также снимает Super Mario Maker 2 на своем втором канале Денис Мейджор Стрим. И также
регулярно проводит стримы по играм. Так что советую вам заглянуть и подписаться, как я. Ссылка будет в описании. Так, мигающая лампочка сзади. Этот гараж сейчас будет кричать по швам, я вам гарантирую. Включить детонатор. А, из грузовика еще нельзя выходить. Детонатор запустить внутри. Сваливаем отсюда и наслаждаемся этим взрывом. А. О, это было красиво. Покиньте этот район, пока вас не поймала полиция. Сюда сейчас пожарные сейчас приедут. Пускай разбираются. А мы сейчас отсюда уедем нафиг. Эй, такси! А это такси занято. Мы туда не сможем попасть. О, пожарные приехали. Пускай разбираются. Where are you going, man? Давай-ка. Пуск сюда, давайте. Sorry about the smell. Here we are. Да. Thank you very much. Я взорвал то место. Только больше не нужно вешать на меня такое дерьмо. Не приходила в голову мысль, что еще может быть на бомбе. Ты хладнокровный убийца. Парень, я думал, ты... Чё-то ты как баба. У тебя-то... Вы без меня, вы с Дмитрием были бы никем. Это вам ясно? Да, я что-то не очень-то в этом уверен. Прости. Давайте еще одно задание и достаточно. Только где взять задание пока? Я не знаю. Кто-то позвонить должен сейчас. Да. Я разговаривал с Брюси, с этой обезьяной стройдер. Он мой хороший друг. Ты с ним тоже можешь подружиться. В общем, у него есть работа, а нам нужны деньги. Поговори с ним. Он в своей автомобильной конторе на Маханет. Если Мэлори позвонит, мы с тобой в боулинге, окей? Так. Дмитрий или Брюси? Давайте отправимся к Брюси. Мы у него еще ни разу не были, поэтому мы к нему и отправимся. Дмитрий присылает сообщение. Надо поговорить. Встретимся на мостках Firefly Island. Твой друг Дмитрий. Хорошо. Разберемся, Дмитрий, с тобой. Но сначала я другое задание выполню. Сперва я... К Брюсе отправлюсь. Посмотрим, какие мне там задания понадают. В следующей серии, может быть, мы с друзьями потусуемся. Там с Романом в пул сходим куда-нибудь. Или еще куда-нибудь. Но только не в стрипуху. А в 8-й серии уже продолжу, наверное, задание выполнять. В общем, разберемся, короче. Не стоит волноваться. Я, наверное, в каждом сезоне будет по 10 серий. В каждом сезоне, наверное, будет. Будет 4 сезона по 10 серий. Обещать точно не могу, что будет именно так, но...
Это приблизительно будет так, где-то. Ладно, где этот Брюс? В доках, что ли? Прибыли. Это его дом, что ли? Нет, это гараж. Классные тачки у него тут, я вам хочу сказать. Привет. Эй, я занят. Я сказал привет. Твой босс на месте? Зачем ты это сделал? Твой босс на месте, я спрашиваю. Да не на месте, Брюси. Какой-то... Европейшка заявился. Я тоже тебя рад. О, это не европейшка, это он, достойный человек. Ники, дружище, извини, как дела? Нормально. Отлично. Попался, парень, я не просто большой, я еще и быстрый. Рассыпайся. Можешь показать мне это еще разок? Эй, это хорош, парень, ух ты. Ну блин, ну ты даешь. Да, серьезные примычки в Красной Армии. Ты должен показать мне это еще. Потрогай мои грудные мышцы. Крепкие как камень. Да я просто монстр. 45 раз отожмусь. А что ты тут делаешь? Роман сказал, что может тебе понадобиться помощь. А нам как-то на раз нужны деньги. Да, конечно, люблю этого парня. Люблю. Я, конечно, не жирнолюб. Но я был бы им рад. Да еще, понимаешь, о чем я? Я просто прикалываюсь, Брюси любит девок. Запомни это, хорошо? Ладно. В общем, так, Ники, слушай. вот работа не самая приятная. Если платят хорошо, то никаких проблем. Иногда люди наезжают на других, понимаешь? И на тех, кто наезжает... Особенно на тех, кто залегает на дно до поры до времени, чтобы потом дать показания. Что? Мне нужно, чтобы ты порешил. Как мне их найти? Чувак, какая выдержка? Даже глазом не моргнул. Мне это нравится, чертовски нравится. Тебе нужно будет угнать полицейскую тачку. Подключиться к их компьютеру и перезвонить мне. Хорошо, Брюси, я тебе позвоню. Вот это выдержка. Ты смотри-ка, считает себя крутым. Настолько сильно хвастаешься своими шикардосами. Знаю, где полицейскую тачку можно найти. На моей улице можно ее найти. Полицейский департамент на моей улице. Мы там возьмем полицейскую машину и угоним ее. Ой-ой-ой, и что происходит-то, блин? Что это за дрифт? А вон полицейская машина стоит. Блин, тут полицейский ходит рядом. Два полицейских. Ну, три полицейских. Ай, фиг с ним. Сделайте так, чтобы полиция вас перестала искать. На первом уровне розыска это достаточно легко. Но на более высоком гораздо тяжелее. Никто не будет перекрашивать это. Ну, я так и знал. Собственно, я так и знал. Но почему бы нет-то? Полицейская машина может стать и обычной машиной-то. Или... можно в другие цвета перекрасить полицейскую машину-то. Какая проблема? Я на месте, с компьютером. Ну и шельма, чувак, мне это нравится. В общем,
Этого парня зовут Лайл Ривас. Введи это имя в комп и найди что-нибудь вроде предполагаемого. Я, конечно, сам завалю, но люди видят, что я иду, они сваливают. Парни не любят связываться с тем, у кого за поясом. Пушка 24-го калибра, я разрешу его. Ты суров, у меня аж мурашки по коже пошли. А ведь мы только по телефону разговариваем. По имени, да. Господи, вот тут чувствительность что-то... Да еб... Так... Я же не помню, как там правильно вводить. Вот он. Торговля наркотиками. Едем. Либо он либо добровольно сдастся, либо умрет. Лайл Ривас, я для тебя послание от Брюси. Брюси, я думал, он шутит. Черт! Куды собрался? А ну иди сюда. Чё-то я отстал от него. Вон он. Вот так-то. Ривасим, может больше не беспокоиться. Охрененно, куча людей тебе будет благодарны. Уже не смогут никому ничего сказать, и никого никто не будет заступаться. Когда понадобится еще работа, звони. Ну что ж, на этом предлагаю закончить. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вас лайк, после подписывался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал Блумаза и группу ВКонтакте. Ну все, пока.